Тут обед, вот столько мидий. С каждым разом им все больше и больше даю. Правда, кормлю уже раз в 3 дня. Вон все. Так, а это что такое? Э, друг, ты живой? Блин, что это он залип? Слушайте, аксолотли мои странные. То вверху залипает, он вообще боком лежит. Так, сейчас проверим, живой или нет. Так, забросила мидии. Оп. Один уже схватил. Слушайте, что с ним, а? Ну, походу, все. Не шаволькается. Так, ты не помогай мне тут видео снимать. А нет, вроде живой. Блин, интересно. Может, он спит просто? Так, остальные уже кушают. Оп, 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 все точат. Блин, а с этим что? Ну, он такой толстенький. Наверное, объелся просто в прошлый раз. Слушайте, лежит, не шаулится, ну. Э! Ладно, понаблюдаю. А нет, жабрами шаволит. Так, а эти уже точат. Ну, сейчас до него аромат меди дойдет, проснется. Эти уже точат. И с другой стороны тут тоже вон точат все. Вот так тут у них. А этот лежит, ну. Слышь ты, дракоша, вставай. Ты, не надо мне помогать, у меня тут помогатор. Кс-кс-кс-кс. Кс-кс-кс. Вот, такой помогатор. Постоянно орёт, блин. Ну. Залип и лежит, но он живой. Вот, видели, только что жабры зашевелились. Вот засранец, пугают они меня каждый день, блин. То вверху залипнут, как трупики, то он бочком он улегся. Так, ну что-то без аппетита едят.